Всем привет! Меня зовут Кирилл Антонов, и для вас я записываю свой стих, называется «Ярмо поэта». Ярмо поэта, жить любя. В своих стихах, вскрывая душу, я будто исповедь рубя, законы храма не нарушу. Храм тела и души твоей, где во главу поставлен камень, что давит с каждым днем сильней, неся тоску, скрывая пламень. Я не нарушу тех границ, тех, что сама ты очертила, и даже тысячи зарниц не в силах, чтоб ты полюбила, чтоб полюбила не меня, хотя бы то, что жизнь прекрасна, сусальный отблеск сентября, что к нам приходит самовластно, покой зимы в снегах Сибири, где миром правит мерзлота, камин с огнем в пустом трактире, ведь в этом чудо красота. Когда ручей ползет неспешно, неся с собой капель с берез, когда весна идет манежно, дарует цвет садам мимоз. Быть может, зареве лиловок услышишь песню соловья, любовь проснется в тебе снова, тогда ты вспомнишь. Если вам понравился стих, то обязательно поделитесь им со своими друзьями. И поставьте лайк, и подписывайтесь во все социальные сети. До новых теплых встреч. С вами был Кирилл Антонов.